Здравия желаю, уважаемые телезрители. Представляем вашему вниманию еще одну модель бестопливной системы. На этот раз у нас бестопливный зарядник ионисторов. Вот он. То есть не греется вообще. Включаем сеть, также мы можем включить. Сейчас у меня нет, через инвертор и батарейку подать 220, также включить, то же самое будет, как говорится, расход 0. Включаем сеть, пока нету батарейки. Но это разницы нет в этом. Какие у него параметры? 12 вольт, 1 ампер. То есть 12, примерно 12 ватт. Производство системы, сейчас скажу вам, кто произвел эту. Так, Electric Shock, непонятно. То есть электрическая сеть, Китай, конечно, то, что сейчас производит. Вот эту систему я подобрал к ионисторам. Вот набор ионисторов, 10 штук, по 500 фарад. И она ее заряжает, как видите, вот. Заряжает медленно. Вот сейчас 1,72, она может зарядить до 12. Сейчас видите, уже 1,73. При этом расход, у нее расход на зарядку, как видите, 0. То есть расход нулевой. Это все видят. Ну, я показывал, что лампочку включаю вот. Видите, расход пошел, ставлю, расход 0. То есть счетчик исправный. Я еще повторяю раз, что это дело не в счетчике, это просто, значит, потребления нет, так вот выравнивается напряжение. В силу того, что ионисторы заглатывают полностью весь ток, никаких потерь у них нет. Смотрим. Заряжает медленно, но верно. Вот сейчас 1,74. Подождем еще. Я пойду покурю. Если смотрите за показания прибора, если не хотите перекрутите дальше, да и все. Как видите, уже 1,76. Зарядка идет медленно, но верно. Вот, чтобы было понятней. И даже, как видите, она отрабатывает, то есть ионисторы отрабатывают лишний ток, у них ничего не теряется, лишний ток они отрабатывают опять счетчик. Как видите, даже счетчик назад сдвинулся. Когда я лампочкой его подвинул, туристку видели, туда. А сейчас он сдвигается назад. То есть счетчик крутится в обратном направлении. А зарядка потихоньку идет. Сама эта система, конечно, слабомощная. Заряжать час-два надо. Но если закупить еще ионистор, вот тут 10 штук,
закупить 1000 штук. То есть еще 990 штук. Зарядник, значит, здесь 12 вольт, 1 ампер. Соответственно, значит, 1000 это в 100 раз больше. Соответственно, здесь мы поднимаем 12 вольт, 100 ампер. Такое тоже можно приобрести на 100 ампер. Ну, поздоровей. Вот такую, поздоровей коробку там раза в 3. Ну, вот у меня на 100 ампер, но она не годится. Так как, вернее, она годится, но надо ионисторы, в принципе. Она на 100 ампер, на 100 ватт, не на 100 ампер, вру. То есть на 4 где-то ампера, то есть она еще мощнее. Ну вот сейчас догоним до 80, чтобы было понятно, что смысл есть. То есть система, ну, медленная, но зато, видите, нагрев ноль. То есть по существу мы берем энергию, и они заряжаются своей же энергией, гоняя ее по проводу туда и назад, гоняя ее от ионисторов до этой схемы и назад, один и тот же ток. Так как потребление ноль у них, из-за того, что все засасывается, из-за того, что правильно подобрана мощность. Если бы мощность была больше, значит, что происходило? Часть бы уходила в тепло. Часть энергии с выпрямителя, если подать другой выпрямитель, часть энергии уходит в тепло. Соответственно, раз оно уходит, значит, счетчик начинает сматывать. Или там, если от батарейки, батарейка начинает разряжаться. В батарейках есть одна, видите, одна, вот когда поставлю на батарейки, если поставлю, приобрету, там одна вот какая неудача в них. Даже ты можешь не тратить ток с них, а просто поставить их отдельно, да? Просто их поставить отдельно, вот. Они в итоге разряжаются потихоньку. Ну вот сейчас 1,8, как видите. 1,8. Подождем до 1,81. Система вам, в принципе, понятна. Тут ничего сложного нет. Я не стану даже рисовать. Рисовал уже такое. Проверим еще, значит, счетчик. Как видите, он даже назад отходит. Не только там сматывает, а назад отходит потихоньку. Медленно, но назад. И вот сейчас здесь дождемся 181, чтобы понятно было. Вот уже 181 почти. Да, поднялась. Вот 1,81. Ну, вы поняли схему. То есть надо запчасти надо. Буду копить. И тогда уже будет мощная система, как я объяснял. То есть системы слабомощные я могу уже, как говорится, использовать. Вот. А мощный не могу в силу того, что нет запасных частей. Сейчас будем копить это все. Как только появится, продемонстрируем мощность системы.